Привет, я думаю, вы поняли, чем сегодня займемся. Да, я решила сделать образ Арианы Гранде. Так, давайте начнем. Че тянуть кота за яйца? Я уже нанесла тон, и палеткой сестры у меня просто своей нет. Хуикс же меня кинули. Рисую броуз. Брови кто не втащил. Также этой же палеткой я контурирую лицо и создаю искусственные тени, поскольку Арианочка смугляшка у нас. И новой палеткой от Makeup Revolution, который меня не кинули. Аромат просто бесподобен, и духи на себя вливать не надо. Но сперва я нанесу праймер, чтоб ничего у нас не скатилось. Хотя от этой базы все скатывается, только пигментация лучше становится. Ну а что хотела, это ж Алик. Хуикс же меня кинули. Оттеночек full gold наношу на все подвижное веко. Мейкапчики делаю вот по этому фото Аряши. Оттенком break me up затемняю складку и подаю глаза вперед. Нижний веко также затемняю и делаю имитацию мешка с картошкой, с чем же еще-то. Оттеночком он бар. Господи, просто кирпичный. Еще сильнее выделяю складку и нижнее веко. И все растушевываю. Оттенком потемнее еще сильнее затемняю внешний угол глаза. Это просто охеренский цвет наношу в угол глаза и в мешок наш с картошкой. Опять берем кирпич и вырисовываем кошачий глаз. Черными тенями рисую стрелку. Почему не подводкой? Да просто у меня ресницы нарощены, боюсь, что все поотваливается. Тут я сделала какой-то непонятный жест и полезла к румяна. Беру вот этот оттенок, названия у него нет, но он очень круто смотрится. Это, кстати, тоже Revolution, ссылки на все их продукты я оставлю в описании. Радужный праймер очень давно хотела протестировать. Круче будет, если смешивать красный и желтый, чтобы зелени не было. Помаду от мне еще прислали, но она ни в какую не выходила из дырочки, я ее и прокалывать пыталась, Ксюха всеми силами давила, но нет, она как осел. Потом взяла то, что у меня была, с какого-то левого китайского сайта, и думаю, пойдет. Но сперва создам тень, чтобы визуально увеличить губы, а то они у меня маленькие. И готово! Осталось сделать две прически, у Аряши просто столько образов, прям как у меня, что аж не знаешь, за какой спохватиться. Ну а если тебе понравился этот видик, то ставь лайк, пиши коммент и до новых встреч. Всем пока!